Привет-привет! Привет-привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать салат под именем Цезарь. Салат Цезарь. И кто вам будет помогать? Мама. Привет-привет! Или вы маме будете помогать? Мама будет делать. Вы маме будете? Мама будет руководить, а вы будете делать, да? Да-да-да. Наоборот? Да. Ну давайте, мама тогда молчит, а вы делаете. С чего вы начинаете? Салат? Так, наверное, надо. Вот не получилось без мамы. Так. Значит, мама делает, а вы помогаете. Егор, Алиса, а ты будешь помогать ручками. Ручки Алиса, садись. Чистенькие. Так, давай, что? Так получается, мама, командуй, потому что ты командуешь, Алиса, а дети помогают. Алиса, у нас будет делать руками, правильно. Раскладываем листья салата. Егор, ты бы тоже, наверное, руками раскладывал салат. Ура. Салат руками раскладывает. Подай, пожалуйста, вилочку, помогать. Это не вилочка. Нет, вы подождите, по дну вот так раз. Так, зелень, все. Зелень быстро разошлась, да? Так. Так. А зелень ничего не осталось. Так, разровняли немножечко. Вкусно будет салат, я люблю такой. Так. Лишнее убираем. Тарелку, да. Папа нам помогает. Я помогу вам скушать его. Так, дальше. Дальше мы будем что? Мяско раскладывать. Ну-ка, Егор, ну не руками, давай ложкой. Алиса будет помогать. Ну, Алиса только ложкой, аккуратно. Да. Так, не надо раскидывать. Все, 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 подождите, дайте я разровняю. Алиса, садись. Так, папа, держи. Салат у нас быстро так, получается. Вторая чашка тоже уходит. Так, сейчас тут у нас. Ой, у меня уже слюнки потекли. Так, я уже хочу этот салат. Нет, я даже поставлю Бэби Берн. Да, Бэби Берн тоже будет кушать салат, да? Да. Сначала мы покушаем, потом Бэби Берн, да? Так, теперь или... сыр. Сыр, где сыр? Вот. Вот сыр, Егор накладывает сыр. Алиса помогает, да. Помогай. Только потихонечку, равномерно. Алиса, рукой все, молодец. Быстро Алиса справилась. Рукой весь сыр. Так, Егор молодец. Все. Чашку даем сюда. То белое все, то один так, давайте, давайте, не разговаривайте, так. Быстрее делайте, у меня уже слюнки текут. Что там осталось еще? Ну, подравниваем, подождите, давайте подравняем. Как мы потом помидорки? Надо же красиво, чтобы красивый салат был, да? Да, не только вкусный, но и красивый. Алиса, как салат называется? Цезарь. Цезарь. Да? Цезарь. Так. Что дальше? Сейчас я надрежу. Так, чуть-чуть уголочек. И будем... И няня будет все выливать. Поливать. Давайте я вам буду помогать. Да, тут нужно аккуратно, поэтому да. Вы смотрите, как мама делает. Поскольку вы тут мамины помощники. Да не надо сильно давить, Егор. Да, Алиса аккуратненько. Умничка, Алиса. Я тоже это делаю. Это, похоже, Егор давит, да? Так сильно. Ну, Егор, говорю, не надо давить, я ж тебя попросила. Осторожно. Так. Аккуратненько. Так, ну вот так примерно у нас получилось. Дальше что? Дальше мы аккуратно руками... Сухарики, да? Угу. Давайте сухарики складывайте. Я хочу. Потихонечку. Только вот, чтобы сюда не попадало. Егор, ну ты подними чуть-чуть тарелку. Так. Чашку убираем. О, какой получается салат замечательный. Остается что еще? Здорово. Помидорки. Помидорки. Егор уже ест салат. Куда ты ешь его? Так, давайте вилочкой там чуть-чуть разровняем. Папа уже слюнки потекли. И Бэби Берна. И Бэби Берна? Мне тоже есть. Так, а теперь мы берем чашечку и выкладываем вокруг помидорки. Ничего страшного. Так, маленькие вот здесь. Поварята кулинары делают у нас салат Цезарь, да? Да. О, так еще и с украшениями, что он будет? Да.
с ожерельем. Ясно. Алиса любит украшать. Это как бусинки, да? Да, как бусинки. Алиса любит украшать, да? Бусинками все. Так. Да, Алиса? Сад у нас уже почти готов. Быстро мы справились? Да. Ням-ням-ням. Алиса, как вкуснотища по-английски? Делишес! Все, последний положил. Последний положил? Нет, там еще есть, смотри, он у мамы. Бери. Так, вот здесь. Вот. Так, еще. Все положили. Плотно. Все там закрыло? Еще, Егор, с твоей стороны вот там чуть-чуть. Вот так. Давайте, чашку убирай. Что там случилось? Да, давайте, чашечку. Ну вот, такой у нас прекрасный получился, быстрый, вкусный и красивый салат. Ну-ка посмотрим, какой салат получился. Какой получился замечательный салат. Как салат называется еще раз? Цезарь. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Пока-пока. Пока-пока. А папа пошел готовить ложку. К салату, да? Да. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.